Инспектор ГАИ Балашов. Да. Вы хозяин машины? Да. Вы знаете, я техосмотр в этом году уже проходил. Правда, позже установленного срока. Что же вы опоздали с техосмотром? Совершенно справедливо. Дел было не в проворот, замотался. А там народу всегда бывает очень много. Я работаю в колхозе «Прогресс». Вот отметка есть, видите? Так что все в порядке, да? Нехорошо. Надо все-таки вовремя. Ну, знаете. Ну ладно, сверим номера двигателя и кузова. Откройте капот. А, черт, если бы знал, я бы двигатель помыл. Ничего, мы тряпочкой вытрем. У вас тряпка найдется? Да, конечно. А тряпочка? А, да, вот, пожалуйста. И не жалко? Испачкаем? Да ничего, ничего, ничего. Пустяки. Все в порядке? Да. Аптечка у вас есть? Да, да, вот здесь, как положено. Огнетушитель? Угу. Аварийный знак? Есть, есть. Покажите. Пригласите понятых. Слушаюсь. А, вспомнил. Я оставил их в гараже. Вы посмотрите. Может, они все-таки в багажнике? Нет, точно в гараже. И все-таки откройте багажник. Я хочу посмотреть, в каком состоянии ваша запаска. А она тоже в гараже. Вы знаете, один раз ее у меня украли. С тех пор я ее не вожу. А что же вы тогда здесь возите? Ну, инструмент всякий, канистру с бензином. А еще? Все. Откройте багажник. На каком основании? Вы не имеете права. На каком основании? Вы не имеете права. Вот постановление о проведении обыска. Судите сами. Вы утверждаете, что багажник почти пуст. Смотрите, как осела машина. Все равно, это произвол. Я не потерплю. Я не подчинюсь грубой силе. Это моя машина. Понимаете, моя машина. Денис Спиридонович, не теряйте рассудка. Понятые, я уже объяснил им, что и как. Приступайте. А, делайте, что хотите. Кислота лимонная.